У рамках одного дня безопасности у установах эдукации района прошли мероприемства по планованной эвакуации громадян. У этот раз гуки пожарной сирены прогучали у горно-химичном колледже. Проведена отработка плана эвакуации, действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации, также пожара. Организованно дети приняли участие в этом мероприятии. При поступлении сигнала пожар, автоматической пожарной сигнализации, проведена эвакуация. Место сбора определено. Это стадион третьей школы. Все были учителя готовы. Дети были на месте, всех пересчитали, результат положительный. Это необходимо проводить регулярно для того, чтобы отработать у людей навыки эвакуации в случае чрезвычайной ситуации пожара, чтобы наши граждане, дети наши в том числе, знали, как себя вести. У рамках таких мероприемств проверяют не только веды вучнев на выпадок надзвичайных ситуаций, але и изладженность работы педагогов и работников инших службов. Алгоритм деяния при пожары выверен. После сигнала небезопасности додатковое голосовое обвещение об эвакуации, после сбор людей на улице, обовязковая перекличка и перелечение. Навученцы колледжа с поставленной задачей справились, дейничали спокойно и отповедно инструкции. Эвакуация была неожиданной, мы дружно собрались, наш руководитель вывел из кабинета, мы прошли на аварийный выход. И с аварийного выхода уже на стадион, здесь уже остальные дети подходили. Вы сделали это все быстро, слаженно, никого не забыли. Куратор, нас сопровождала сзади, чтобы никто не потерялся. Наша эвакуация, я считаю, что прошла успешно, потому что все быстро среагировали. Мы действовали строго по плану, то есть изначально нас всегда готовят, говорят то, что вот если вы вдруг услышите звук, сигналы, вы должны все вместе быстренько собраться, сориентироваться, не спешить никуда, смотреть за всеми, чтобы никуда не разбегались, не уходили, держаться строго своей группы, за своего преподавателя. Дальше мы должны выходить из кабинета, и в зависимости от того, какая лестница ближе и выход, мы должны идти по ней, и держаться рядышком. Когда мы выходим, мы должны выйти во внутренний дворик. После этого у наша точка сборки всех – это на стадионе третьей школы. Окромя навучальных установ, такие мероприемства по плановой эвакуации пройдут во всех коллективах.